Всем доброе утро. Это «Утро первых». Сегодня 1 июля. Я напоминаю, на календаре понедельник. И, как всегда, в понедельник мы обсуждаем новости, которые прогремели за прошедшие выходные. Степан Амелин у меня в гостях. Доброе утро. Доброе утро, Дим. Итак, классное событие. Да, профессионалы, чемпионат завершился в Калуге на территории технопарка, который находится у нас на правом берегу. Что хочется сказать? На самом деле, наша телекомпания активно включилась в освещение этого чемпионата. Ты, наверное, прочувствовал это тоже на себе. Немного о цифрах. 600 студентов, 200 школьников из 80 регионов России принимала Калуга в течение месяца. Вот буквально на этих выходных чемпионат завершился 30 июня. Огромное количество компетенций. 12 компетенций. Да, министр образования и науки Калужской области Александр Сергеевич Аникеев, он отметил, что было организовано все на высочайшем уровне, и тот уровень, который показывали ребята на соревнованиях, он говорит, ну, он просто поражает. То есть система образования, она меняется в корне. Сейчас уже не нужно тратить столько времени для того, чтобы стать квалифицированным специалистом, а вот здесь они получают конкретную практику от экспертов. Мне самому лично удалось пообщаться с участниками, которые приезжали к нам сюда в Калугу, и они действительно отмечали то, что вот этот чемпионат, он дает настолько прикладные навыки, которые можно использовать просто в дальнейшей работе. Ну, то есть, как бы ты их получил, иди и работай сварщиком, автомобилестроение, все, что хочешь, в общем-то. Итак, все завершилось, мы передаем эстафету дальше, будет у нас уже финал. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге передаем эстафету Санкт-Петербургу, и состоится все это осенью. Да. Итак, еще одно событие, которое мы не можем не отметить. Событие яркое, красивое. Это замечательный фестиваль арт-художества. Уличного искусства «Переход», если быть точнее. Да, вот видишь, это завод «Кристалл». Вот такая красота там появилась сейчас уже. Калужане не могут пройти мимо, засматриваются. Фестиваль уличного искусства продлится в Калуге до 13 июля. Я думаю, что художники нас еще удивят. Что это за фестиваль? Стартовал он как раз на выходных. Там, насколько мне известно, калужане будут изображать граффити, точнее, не калужане, а участники, опять же таки, со всей страны, будут изображать граффити известных калужан. Да ладно? Да. Там три страны, если я не ошибаюсь, участвуют. Даже из страны участвуют, да. Художники из Казахстана к нам должны приехать, художники из Белоруссии. И что интересно, я был в маленьком городишке, в нем где-то 50 тысяч человек под Новгородом, называется Выкса, но я был поражен, какое огромное количество там граффити и муралов, причем они действительно как настоящее произведение искусства, а потому что там проходил тоже международный фестиваль. И вот, благодаря вот той же самой Елизавете Кушлянской, да, которая преображает наш город. Расписывает лилейные шкафы, в том числе, да. Весь этот фестиваль, я так понимаю, 13 числа, он выльется уже на набережную Ячинского. Большой праздник, да. Художники будут работать 2 недели сразу на нескольких локациях. Подобные граффити уже появились на опорах Гагаринского моста, кстати, если будешь проезжать, можешь посмотреть. И около завода «Кристалл». А все это завершится, да, действительно, большим гулянием на набережной Ячинского водохранилища. Но хочу отметить, ты сказал про город под Нижним Новгородом, да? Все-таки родина уличного искусства – это Екатеринбург. Я недавно вернулся из Екатеринбурга, и там прям обилие всего этого. Ну, потихонечку Калуга догонит. Я вижу, что больше и больше появляется рисунков, и нам это нравится. Да, вот говоря про искусство, кстати, вот такой арт-объект появился около музея мусора Муму, если знаешь, находится. В этом году я его посетил. Да, в этом году. Долго собирал. Ну, доехал, наконец-то. Упитанный вот такой вот дракон, который сделан из шин автомобильных, весит практически 2 тонны. Это все покрышки, друзья мои. Вот это вот потрясающий дракончик, это все покрышки. То есть вот так может мусор превратиться в действительно искусство. И музей мусора, который находится буквально в 2 шагах, час езды от Калуги до музея мусора. Ребята, рекомендую. Действительно достойный арт-объект. Ты поражаешься, как из ненужных вещей можно сделать что-то красивое и полезное. Драконесса. Драконесса. Вот получается такой вот высота, размеры, просто вот конкретно его я не видел. Он появился, да, вот только-только. Да, только-только. Я так понимаю, что вот он где-то стоит на въезде в музей, поэтому... Ну, судя по лесам, метров 4-5 точно. Да, если поедешь еще, обязательно увидишь. Обязательно. Так, продолжаем. Это у нас стоп-кадр, насколько я понимаю, не выпускного, а вручение золотых медалей, которое, кстати, проходило в прошлую пятницу. Наверняка ты тоже там был, знаешь, видишь, все на той же площадке технопарка, про которую мы с тобой говорили буквально недавно. 446 выпускников золотых медалистов в этом году в Калуге. Это, мне кажется, большой результат. Практически чуть меньше 500 человек на весь регион. Собрали урожай. Ну, я следил только за конкретной школой, за 20
24-й гимназии. У них там получается 12 серебряных медалистов, 13 золотых. 60-й, кстати, юбилейный выпуск. Ну, действительно, большая гордость. Кстати, церемония у них называлась «Вперед в будущее». И символично, что там все было оформлено в таком диджитал стиле, в том числе даже медальки. Я, кстати, друзья мои, не устаю повторять, что есть вот такой рейтинг 100 лучших школ России. И вот три школы, три, в том числе гимназии, из Калуги входят в эти топ-100. Ну, 24-я, я так понимаю, что входит. Насколько я понимаю, 24-я, 9-я, вот еще одну вот запамятовал, они борются. Ну, мы подготовимся к следующему разу. Конечно. Итак, еще один космонавтик. Да, космонавтик, школьник появился, кстати, 29 числа, когда по всей Калуге проходили выпускные. Вот такой космонавтик возле 5-й школы появился, решили его установить в честь всех выпускников. Ты знаешь, что 5-я школа у нас знаменита, ну, выпускниками своими, в принципе, и вот такой космонавтик появился теперь напротив здания. У меня, как и у наших телезрителей, возникает логический вопрос. А если я хочу поставить какого-то космонавтика где-то в конкретном... Где у нас коллеги, которые принимают решение, где должны рождаться, кстати, эти космонавтики? Мне тоже всегда было это очень интересно, но я так понимаю, что это все согласовывается с городом после того, как ты принимаешь решение поставить его. И, насколько я понимаю, ложится процесс согласования не на тебя даже, а на ту сторону, которую ты заказываешь этого космонавтика. Потому что, ну, у нас есть конкретный скульптор, совершенно верно, который делает этих космонавтиков. У нас есть городское пространство, где можно его сделать. Я так понимаю, если частные инвестиции туда вливать, то никто против не будет. Но предположим, вы хотели бы поставить на своем заводе, на своем предприятии тоже еще одного космонавтика или около, да? Да. Который посвящен конкретной профессии. Вот, космонавтик там, я не знаю, сварщик, предположим, космонавт-сварщик, да? Потому что космонавты все должны тоже иметь навыки сварки. Вот, пожалуйста, обратились в коллегию, которая устанавливает космонавтику. И какой это по счету уже? Слушай, если я не ошибаюсь, то 14-й. 14-й. Ну что ж, дальше больше. 15-й. Да, дальше больше. Я думаю, что это будет все еще развиваться. Тема, которая мне близка, где был я, наверное, туда ты не успел приехать, это День молодежи, фестиваль «Лимонад», который проходил на набережной Ячинского хранилища. Символично, что 29 число у нас это день выпускных, у нас это фестиваль уличного искусства «Переход». Была невероятная. Да, и еще, ко всему прочему, в довесок, это День молодежи. Классное мероприятие, которое организовало, ну, ежегодно организовывает Управление молодежной политики. В этом году они подошли чуть в новом формате. Это были партнерские площадки от молодежных организаций различных, в том числе вот и я был одним из организаторов такой партнерской площадки. Мы проводили молодежные дебаты на тему того, например, почему ребятам стоит заниматься социальной активностью, почему общественной деятельностью стоит заниматься или вообще не нужно это делать. Были очень интересные решения от различных студентов, различных организаций. Ну, что тебе запомнилось больше всего? Вот какое-то конкретное решение было? Все ребята все-таки сошлись во мнении, что социальная деятельность, социальная активность – это нужно и важно, что без этого никуда сейчас, в том числе и проектная деятельность. Кстати. Ну что ж, друзья мои, молодежь, подключайтесь, без вас-то никуда, Степан Амелин у нас в гостях, мы продолжаем это «Утро первых».